для изготовления собаки потребуется квадратный лист бумаги. Если его нет, берем формат А4, один угол загибаем, делаем складку. И эту часть по линии отрезаем. Эту часть отрезали и не выкидываем из нее, сделаем кошечку. Берем квадрат, складываем пополам горизонтально. Раскладываем. Второй шаг. Верхний правый угол загибаем к центру. Нижний левый угол загибаем к центру. Верхний левый угол загибаем к центру. Делаем складку, расправляем. Правый нижний угол загибаем к центру. Расправляем. Правый нижний угол загибаем до этой точки. Расправляем. Верхний угол загибаем до этой точки. Расправляем. Верхний угол загибаем до этой точки. Расправляем. Третий шаг. Складываем пополам. Делаем складку от этой точки до этой точки. Расправляем, и эта линия совпадает с этой линией. Складываем. Загибаем этот угол до этой точки. Теперь этот уголок делим на 4 равные части, и нижнюю часть нужно загнуть. Делаем это так. Уголок отгибаем вниз пополам, поднимаем наверх. Нижнюю часть складываем пополам,
наверх. И по этой линии загибаем внутрь. Переворачиваем. Эту линию складываем с этой линией. И верхнюю часть отгибаем. Среднюю часть отворачиваем. И с этой частью делаем то же самое, что и с той. Эту линию совмещаем с этой. Край этот отгибаем. Среднюю часть возвращаем, переворачиваем. Этот хвостик, уголок, совмещаем с этой точкой. Делаем складку. Расправляем. Теперь до этой точки отсюда загибаем. Расправляем. Эту линию совмещаем с этой складкой. Отгибаем этот уголок по этой линии. Теперь расправляем и делаем складку от этой точки до этой точки. Расправляем. Теперь складываем. И по этой линии загибаем внутрь.
Собака готова.